Обеспечение сирот жильем обсудили сегодня на заседании регионального правительства. Сегодня это одна из важнейших социальных задач властей. В минувшем году на 20% выросло число детей-сирот, получивших квартиры в собственность. Такую статистику привел в ходе заседания глава Карелии. По словам Артура Парфенчикова, несмотря на сложный финансовый период, республика продолжает успешно выполнять свои обязательства по обеспечению сирот недвижимостью. Сиротам, конечно, нужно помогать в первую очередь, поэтому давайте здесь продолжим работу. В первую очередь сейчас синхронизируем законодательство все-таки. Кроме того, Артур Парфенчиков поручил заместителю премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрию Родионову проработать расширение программы помощи детям-сиротам в получении жилья в районах Карелии, входящих в арктическую зону.